Друзья, всем привет! Меня зовут Николай Тарануха, Киев, компания 1авто. Мы занимаемся автоподбором, и сегодня у нас живой BMW. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, не забывайте про колокольчик. Всю эту хуйню меня заставляют говорить вот эти вот чуваки, которые стоят сзади вот там вот за камерой. А если серьезно, друзья, всем привет! Сегодня у нас BMW, который по заявке заказчика, тот человек, который продает автомобиль, продавец, вспомнил эту тему, вспомнил это слово. Так вот, BMW сегодня хороший BMW, после того, как BMW 320 покупают, чтобы ему навалить в М-пакете, да еще с Америки привезенный. Именно об этом сегодняшнее видео. Бывает ли BMW хороший? Давайте смотреть. А в Украине ее не брали. Очень правильно. Я не брал, хотел все-таки на себя. И зимой ее смотрел, потом весной, когда закончилось. Они разрешили. Когда этот год прошел, когда можно перевести, я ее на себя рисую. Я бачу, что заводская шевреница это такая, да. Сколько в середине? Просто сбивали. Начинается. Силы нет. Силы так, вы цену должны сбивать, а не накручивать. Да. Да, вы праві. Окей, зараз будем. БМВ салон без питань. Ну, як без питань? Є питання, легесенькі. Хоча... Вони настільки легесенькі, це враховуючи, що автомобіль вже 6 років в Україні. Хорош. Оце американець хорош. Хоча дядько правий. Ми зараз повинні скидувати ціни, а я... Зараз вражений тим, що ну, автомобіль дійсно такий в доглянутому стані. Просто вау. BMW вже попередньо оглянули. Оці підкидачі, не знаю, чи вони за мною ходять, просили спочатку на 50 грам, потім на хліб, потім попить. Тут два роки назад було невеличке ДТП. Догнали трошки в задницю, але ніхто нічого не ремонтував. Ось по задній кришці є вмятина така незначна з царапинкою. І ось ця царапка невелика. Фари тут оригінальні, вже під капотом покажу, що вони теж 15-го року. Тут ось кусок смоли так закинуло. Є вон дві вмятини. Богдан, ну відділив, бо твої яйця на відео не інтересні. Богдан, кажу. Влад, ви вже як ці, як сестри. Богдан, воно страдає. Ці дві м'яти не можна прибрати їх без фарбування дверей. Шкіра, тут, знаю, кондиціонерчик на неї нанести і ідеально просто. Попрошайка, я зараз поліцію візьму. Визвіть поліцію, пожалуйста. Фари, 15-й рік. Єдине, що ми замітили, це припотювання біля турбіни. І ось під цією кришкою прокладка. Продавлена, резинова. Вона там 50 гривень може вартує. Тут радіатори теж дуже класні. Якихось таких сколів, там страшного нічого немає. Ось теж хтось прицепився, це царапнуто. А так її треба від смоли трохи позмивати. От смоли трошки понавітало. Так, в принципі, дуже гарно. Салон родной, руль родной, я же говорю, тут заменено только НБТ и зеркало левое. Ну и аккумулятор, я понимаю, потому что родной, он же литий-ионный, они когда долго разряжены, они... Не работают, да? Ну он работает, но мне этот чувак, который диагностировал, он у тебя как большой конденсатор. Он свою функцию не выполняет, надо менять. Ну поменял. Ты ничего не разбиралась? Цепочка ты, что нового? Нальота, гарі нема, газу тут не було. Колечко треба поміняти під кришкою. Ось, бачите, потіє. Так, да, воно ось продавлено, ось ця резинка, яка під кришкою, і все, і воно це тут трошки давить. Датчик положення розпильного, який теж обсикається все время, він сухий. Ну, під капот не тільки обдували, вони мили. Тут навіть до радіаторів питань нема. Торгуватися ж на щось треба. Ну а що тут торгуватися, що робити?
Мы еще снизу ее не видели. Сейчас снизу еще посмотрим. Та вони всі больні місця, живіші живіших. Справа в тому, що дійсно іноді наша задача дійсно зачмуріти автомобіль. Ну це я вже так на жаргоні кажу. Ну тобто сказати всі недоліки автомобіля. Це ж класика жанру. Щось ми не в тому положенні. Чи то мене на шампурі хоче? Хто поставить? Я уберу подальше. Не показуй йому відео, виріжеш той кусок. Хорошо. Для того, чтобы было понятно, почему мы ходим ах-ох над этим автомобилем, надо рассказать легкую предысторию. Значит, предыстория следующая. Это американец. То есть надо понимать, что он в априори заезжался битым. Но этот автомобиль не заезжал как битый, он заезжал как утопленник. Но и по факту утопленным он не был. Ватерлиния у него была ниже порогов на колесах. То есть по факту он не утопленник, но его списали в пресноводного утопленника. Эта машина заехала 6 лет назад. С учетом того, что все эти BMW так-так-так, тра-та-та-та-та, до последнего отстрела, потом меняют карданы, коробки, мосты, все подушки. У этой машины вообще все хорошо, куда ни глянь, везде все классно. Поэтому мы ходим, удивляемся, почему, как так может быть. Машина приехала 6 лет назад, американец. Не бывает таких, вот просто не бывает. Это единорог в свете этих BMW. Ну, больше мне нечего добавить. Не, блин, я не знаю, за что цепляться. Треба поднимать ее срочно. А подъемник у нас на півпятую. Че на півпятую? Давай зараз выжену когось. О, вон. Шо? Для турга есть уже повод. Шо? Коврик грязный. Блин. А что теперь делать? Торговаться. Я договорился. Как утопленник. Машина цела, нормально. Там на эти инструмент весь есть. Ничего ни с кому не сделай. Договорились, заезжаем. Так, что у нас тут? А у нас тут везде даже все крепления есть. Ничего не отломано, все хорошо. Их, сухо, комфортно. Что у нас с колодками? Колодки еще есть, и причем довольно много. Единственное, что по как-то по площади не полностью прилегают, наверное, колодки чуть-чуть от другого какого-то бренда и не полностью прилегает, но то такое дело, зато не прилегает везде и равномерно. Опорный диск даже ровный, не сожранный. Ага, ровный, почти ровный. Здесь он сильно торчит, здесь, а здесь рулевая тяга. Так, радиаторы, что у нас радиаторы? А с радиаторами у нас все хорошо. Впечатление, что они просто тупо новенькие. Радиатор у нее мененный или нет? Нет. Не, вот это такой родной? Я не менял. У нее 50 тысяч пробегу. Да ну все равно какой-то он очень сильно... Ну машина просто не трассова. Так, колодки здоровые, не по всей площади прилегает. Ага. Возможно, направляйте. Это подниму, сейчас посмотрим, пошевелим. Судя по этих болтиках, масло в коробке еще не меняли. А, вот тут просто эта защитка, якої уже ни у кого нема, коли хотя бы одна замена масла. Угу. Тут ось еще девственные болтики. Что это за стробоскоп такой? Стробоскоп. И, кстати, вот хочу звернути увагу, на цьому автомобілі за задньою осью тут нічого не ржаве. Нічого не ржаве. Ось трошки тільки починається, але сам кузов у неї цілесенький. Вона точно не плавала. А де масло на защиті? Немає. Блять, не буває, щоб у BMW не текло масло. То значить, це не BMW. Значит... Або масла в моторі нема, да? Точно, у нього нет масла в моторі. А, кстати, да. О, є, знайшов. Припотівання. Хоч щось, хоч щось. Ну, Андрюха. Да, ти правильно смотриш. Там в турбіні все припотівання. Турбіна трошки масла кидає. А то я вже почти розстроївся, нічого немає. Знаєш, у мене таке враження, що до нас приїжджають машини вже такі кончені, що просто піпець. Я вже
зневажився, не вірив, що якщо або якась з подйобом засунула, да? Да, то подйобка, то блін, то трешняк, то блін, то ще що-то, то короче. Щось поганого тут повинно бути. Крутнемо. Наче навіщо він приїжджав? Диски не варені. Ну да, зовсім трошки. Топливий насос. Гнітики. Да. Аж как-то неинтересно. Шишка. Такие мелкие царапинки, а и все, и больше ничего нема. Да, он так красиво налипает. Я не с тобой, я не знаю. Ну-ка. Пацаны, ляп, все. Лясы, крыса, так я не снял. Вот, сейчас сопли на голову падают. А, вы что-то сняли там? Да. Сейчас капля. Ну, по стенках, дивите. Немає. Опа. Тут не, ну я бачу. Знизу. И стружки немає. Перший раз бачу, короче, подкрилок. Да и подкрилок цих, в принципе, перший раз бачу. А, то есть на 30-м левый. Относительно подкрилков. Вот на 30-31 кузове лично я вообще подкрылков везде, нигде не видел их. То не то, что там они есть. Я такое видел первый раз в жизни. Подкрылок — это штука от заднего колеса до заднего бампера, у всех идет дырка. Крайне редко есть вот такое подкрылок. Поэтому у нас удивление. Вау! А он что там, существует? Зима, наши зимы, наши ямы. Чтобы не было вот таких грыж, как на переднем заднем колесе с той стороны. Понял. Чтобы бублики побольше. Райт, диви. Хуя себе. Немножко такое. Бачив? Ні? Я цих подкрилків просто раніше ніколи не бачив на тройках. Вау. Уйди. 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 Кажи. Що? Коментарій для клієнта. Машина класна. Забирай. Це саме перший брехун з нашої компанії. А ти що скажеш? А це його зам. Короче, машина BMW. Хто ти мене снимаєш? Тут зйомка відео запрещена. Бери свої лапи. Ні. Скільки шнурок стоїть? Он? 5 гривень? 500. Сколько? 5? Да. Покажи мені роз'єм. А этот? Ну, спасибо. Вообще, если вы увидели, если вы поняли, меня в этой серии не участвовало. Когда записывалась эта серия, я был где-то далеко от родного дома. Поэтому, друзья, я очень надеюсь, что все получилось хорошо. Что такое, что не так? Ну, хуйня не хуйня, я не видел, что вы там сделали, поэтому получайте то, что есть. Большое вам спасибо, что досмотрели это до конца, если вообще досмотрели. Я еще сам не знаю, что здесь будет, потому что нет меня. Интернета нет, света нет, я уехал далеко за 2400 километров. Куда? Как-нибудь потом. Все, всем пока. Нормальное прощание? Да я же не знаю, что вы там лепить будете. Ах, спасибо, спасибо за просмотр. Друзья, спасибо вам за просмотр, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, обязательно делитесь с этим видео с вашими знакомыми, близкими. Это очень сильно помогает развиваться каналу. Я все сказал? Теперь все, я пошел. Я, дело в том, что очень не люблю эту херню говорить, но без вот этих слов они не хотят писать видео. Говорят, это действительно сильно помогает. Я же заигрываю, речь ломается. Вот сегодня уже 27-е. Число на дворе, а подписчиков как-то нифига не увеличивается. Поэтому, пацаны, я не уверен, что это работает. Друзья, вы что скажете в комментариях? Напишите, работает это, не работает. Нужно это говорить, не нужно. Потому что, как по мне, вы сами все знаете. Все, пока.